Всем юхай, с вами я, Майн, вы на канале Майн Гейминг, и мы, ну как мы, я, ну вот сейчас мы вместе с Толяном, я разобрался, в чем была моя ошибка. Может, Амирбот, он нас всех заставил, короче, он какую-то фигню сказал, и теперь мы делали эту фигню. Да, да, вот с этим квестом, Деда Морозовскими квестами, да. Я лоханулся, я просто лох, но все равно это какие-то очень такие требования странные. Но ладно, как бы все, бомбить в этом ролике я, надеюсь, не буду. Мы как бы с Толяном на барвихе в данный момент. Тут вот это провизию собирает челик. Для начала нужно купить слушай, тут автосервис. Набор инструментов. Автосервис? Тут сзади заправка. А, ну написано. Далее нужно купить канистру. И главное, чтобы у тебя в инвентаре не было этой канистры. На секундочку. А, подходим. Купить. И метка появляется уже в барвихе на вот этом челике. Понимаете прикол? Я извиняюсь за весь свой... Как это сказать правильно? За всю свою агрессию. Я извиняюсь. Я просто лох, я просто не знал. Я что-то это как бы немного... На начало на Волге задолбал. У меня щит такой, вызывающий. В бантаке. Все, встретимся возле вот этого вот бомжа Петровича, или как там его зовут. Толян там решил меня не ждать, да? Хорошо. Да ничего, просто закрой все, и все будет. А, как ну... Раз мне ты был... осуждаем такие слова. Бородач Джон, нажимаем Alt. Представлю организации. Да, поздравляю, вы взяли детали. Все, окей, все четко. Сейчас посмотрим, как они вообще едет. Мотоблок. Мотоблок. Смотрите, ребят, у меня метка появилась вот на том месте, как раз таки, где находится та машина, которую нам нужно чинить. О, господи. Я думаю, нужно будет купить БПшечку. Она еще и на летней резине. Да? Я думаю, мне нужно будет купить БПшечку, чтобы сразу апнуть 8-й левел и монету стороны, чтобы я смог еще снегурочку пройти. А почему бы и нет, в принципе. Все, я еду опять туда-обратно, встретимся уже там. Подожди, вместе с Толяном. Не а что там нажимать-то просто? Взял, нажал и все. Нет, тут не, ну а, ты про Деда Мороза? Да, Деда Мраза, конечно. У меня 4 литра бензина осталось, прикольно. Короче, ребят, информирую. Меня избил бомж. Но потом я его избил и почти убил. Это раз. Во-вторых, он украл мою тачку. Поэтому я сейчас еду с Толяном. Вот меточка. Вот ё-моё, ля, какой жесткий. Стопэ! Тут не горят они, надеюсь. А ты какой-то бред. Так, вот моя. Так, что нужно сделать? Для того, чтобы начать ремонт автомобиля, нажмите Alt. Alt. Вы используете ремкомплект. Так, теперь установите дверь. Так, да куда я жмял? Сюда, жмял, альт. Отправлять на заброшку, отмеченную на карте. А, у всех номера, кстати. Оранжевая фигура, да? Да. Так, РЛК. Чел какой-то тут ко мне тут сел немножко. Толян, поехали на заброшку. Ты взял тачку? Я не знаю, где она, но это да? Поехали, подожди, где заброшка? Она на барвихе, понятно. Возле дальнобоя, плюс-минус, вроде, если не шоу. Она не она на летней резине. Капец. А чё это вообще за тачка? Это Вольво какая-то старая. Я хочу посмотреть. Это... Да, я от первого лица. У-у-у, понимаю. Там? Смотри, какой салон имбовый, тупо что вообще. Смотрели? Тупо имба имбейшая. О, дерево. Да. Автомат. Все, погнали. Ну, я понял. Ладно, поехали на эту заброшку. Что-то я, кстати, не понял, что это за заброшка. Если не ошибаюсь, подожди. Там такое поле, там еще кочек. А, ну значит, мы едем собирать подарки. Все-таки. Наверное, не знаю. Ну, короче, сейчас узнаем. 200 километров разогнался, нифига себе. Ну да. Да, тут а то штраф. Я бочком стою. Нормально. Ой, еще замуж. Так, пацаны, все, я уже подъезжаю. Толян где-то заблудился, он не в ту сторону немного поехал, а я уже на месте, видите? Вот это место, вот подарки, вот те самые подарки. Это старая шахта. Раньше изначально шахта была здесь. И не было такого, что вы на лифте спускаетесь вниз и собираете там камень, да? Руду. Раньше это было здесь. 19%, понятно.
Так, короче, задача, я так понимаю, собрать эти подарки. Что случилось? Оля. Я в Мурино оказался. Чё? Чё? А, ну... А каким образом? Выполнил мне квест 15 километров, спасибо. Наверное, это, короче, намек на то... Стоп, чё? Платежи и перевод, намек на то, что нужно оплатить аренду дома. Вы успешно оплатили аренду дома на 7 дней. Как я оказался в... А я не... А каким Подожди, образом? а мне здесь куда идти? А, вот сюда, Вот наверное. собирать их надо. Аль, сейчас ты опять тупыхнешь тоже. Образом, я не понимаю. У меня еще вид от первого лица сбоку. Тогда жми на этот. И чё это? Почему мы тпхнулись? Ответь мне на вопрос. Подожди, нам сейчас все заново получится. Нет, нет, просто выходим и опять туда заходим. Че за Ну, бред? нам надо сейчас тачку забрать. Так, я первый! Ах ты ж собака, то ли раньше. Подожди, это моя тачка вроде, да? Это моя тачка. А мне пофиг вообще. Кристаллический, братан. Ты уверен? Да. А чё, что у меня пушки есть, у тебя нету? А, Ой, ты дым! ты чё, охренел, что ли? Иди нафиг. Все, давайте сейчас аккуратненько, не будем... В СИН это же МЧС? В СИН я понятия не имею, что это такое. Какой МЧС, это МЧС. Ой, МВД. МВД так, подожди, надо отойти подальше, чтобы вот этот... Вот, я залез. Альт. Я попробую зайти с другой стороны. О, а что здесь? Начальник стройки, тут стройка. О, подарок. Ты собрал его? Да, его собирает. О, все, у меня тоже собирается. Тот какой-то, походу, багнутый был. Да. Они, кстати, ресуются. То есть ты их собираешь, они потом опять появляются. Как грибочки. Да. Я тоже не хочу. Так, 3 из 10 у меня. А подожди, они разбросятся, если мы сейчас выйдем. Не. Зачем выходить? Ну, типа, например, мы тэпнемся опять в Мурин. Нет, не сбросится. Из логики Барвихи не должно. Те, кто я смотрели умер! Шортс, как ты умер? Я не знаю. Понимаю, тут чел еще какой-то приехал на гелике. Гелик. Из класс бизнес. Вот все собирается. Хорош, 4 из 10. Вот. А, тут они вот понизу раскинуты. Обновляется нет. Нет, поближе надо. Та-дамс! Задание забрать 10 подарков, прогресс 10 из 10. Задание выполнено, ты собрал 10 подарков, возвращайся к Деду Морозу. А отправить Деду Морозу он отмечен на карте. Я получу кэш. О, Толян подъехал. Как давай. Я умер, мне интересно. Я не знаю. Я просто в какую-то, типа, опору какой-то вперся, и все, бедаем. Понимаю. Давай я тебя тогда дождусь и вместе поедем. О, тут пожрать можно. Обнуляется, слышь. Обнуляется? Да. Мне кажется. Я поем, пожалуй. Кстати, мне интересно, тут смотри, здесь лавка с хот-догами. Но прикол в том, что... мне интересно, сколько эта лавка зарабатывает. Потому что, камон, здесь никто, в принципе, особо не бывает. Как она может вообще что-то заработать? Да, бестатс, доходы... А, не, слушай, зарабатывает 40к в день. За сегодня уже 24. А тут о, заправка, кстати, пейдейка, рядом. Пейдейка. Пейдейка? О, пейдейка. Ну-ка, подожди, ну-ка просто тупо чекаем сейчас это. Промокоды, информация о бонусном промокоде. Мне 128 часов играть, если получу 150к. Нет, комар ель заезжает. Хотя я на стойке умудрился. Чего? Тут чела колбасит. А, это ты? А, это ты? У тебя тачка без дверей, Толь. А, они открыты просто. Нифига себе, Дед Мороз бежит, тупо жесткий пон. Рулетку мне дали. Так, ой, какой-то быстрый, спасибо, держи подарок. Да, да. А, Ролик. Рулетку. А, подожди, секундомер. Секундомер, ладно, я с этим... Так, ну давай еще раз, альт. А, ого, ты еще подарки нашел, которые у меня украли. Даже не знаю, как тебя буду благодарить. Поезжай в Покрасную, сделай новогодний винил с мастерами, я договорился. Окей. Все, погнали делать винил. Ты же понимаешь, что нам там тачка нужна? Ну да. А где они? Ну моя там на заброшке, а твоя, походу.
Вот здесь реально такой явно возникает очевидный вопрос, где находится моя тачка? Значит, наверное, где там. Вот срезал. Падает. А, подожди, вот их надо взять где. Ну? Мы с Толяном немного лоханулись. Где они? Здесь прямо... А, ну вот, а мы дебилы. Они тут протюненные. Вот. Смотри, какие. Смотри, какой спойлер воткнули. Боже. Какая шутка. Так, а дальше куда ехать? Ты не садишься новая... А, покрасочная. Где она, подожди? А, вон оранжевая фигура, это вроде... Фигура? А, нет. Это новый остров. Это новый остров. Поехали вместе через эту... Через... как называется? Через шахту. Да. Ну, то есть, ну ты понял. Погнали. Врезался в дерево? Мега хорош. Тут Лукойл! Лукойл стоит. Прицеп. Хорош! Толян, ой-ой-ой, бочком. О, давай посмотрим, как она бочком выглядит. Вот сейчас смотри, в поворот зайду бочком. Ой, нормально, смотри. А вообще бочком не хочет ехать, чё? Ой! Гараж. Я помню, мы здесь, когда обнова была, мы пытались именно здесь это... словить бизнес. Сейчас чекнем, сколько они приносят. Покрасочные. Let's go. Так, новогодний нужно что-то. Винил. Это не он. Тонер. Вот, винил. Нужен новогодний какой-то винил. Это чип-тюнинг, это развал, она куда? Это паркинг. Вот покрасочный. А или на детейлинг покрасочный. Покрасочный. Я хочу какие-то новогодние винилы сделать. А их нету. Или есть, надо поискать. Как выглядит тот меню, который... О, во, новогодний. Я его. Всё, за рубль. Далее. А, то есть любой вообще пофиг какой. Да. Здесь еще диски. Вроде как тоже нужно диски. А, это цвет колес. А где диски? А здесь не здесь, это бутылочка. А. Отправляйтесь в шиномонтаж. Так, подожди, оранжевый шиномонтаж. А, вон там уже диски надо. Ой-ой-ой, жесткий пол. Разворачиваемся и валим обратно в Барвиху, да? Нет, в Мурину тут. В Муришино монтаж, потому что в Мурино находится. Я офигею. Я открывал, мне только леги падают. Чё, рестарт? Да блин! А чё за рестарт? Подожди. Рестарт сервера. Спасибо, разработчик. А может я успею, подожди. В Мурино надо, в Мурино. Блин, рестарт сервера очень вовремя, хорош, чисто разрабы очень вовремя. Ребят, извиняюсь. Нет. Свет выключили мы. Толя, телефон надо заряжать. Тут я поворачиваю налево, он направо. Нет, помню еще нет. Я попытаюсь успеть, подожди, А-а-а-а, давай 27 секунд. Так, чё, зимняя какая... Это, нам зимнюю резину надо поставить? Купить за рубль, всё, всё, поставил. Отправить Деда Мороза на отмеченной фигуре карта, всё. Нет, да ещё и зайти не могу, нет. Есть. Давай, успевай, 10 секунд. Зимняя резина. 15 тысяч! Да, там за рубль, быстрее. Нажимай просто купить, любую, быстрее. 5 секунд, 4, 3, 2. Да. Успел? А я не знаю, а чё такое-то? Ты не успел. Так, ребят, продолжаем. Мы вернулись, перезашли, Толин телефон зарядили. Ну-ка, альтецкий. Вот теперь другое дело, настоящий новогодний вид. Ты молодец, держи еще один подарок. Забрать? 25 тысяч и 5 экспишек. Мне кажется, вообще с кайфом. Так, что там дальше? А, подожди, я забыл. Да, я прошу. Нажать. Давай, читай. Вот, вот это по-настоящему новогодний вид у нашей машины. Ты молодец. Я сегодня забыл за оленей. Они ведь остались непокормленными, ничего надо будет покормить их. Да. Отправляйся покормить оленей на ферме. А теперь, а я тем временем дойду до автошколы, надо, нужно поменять права. Практически я ездил только на сане. Вот, смотри, сейчас мы едем кормить оленей. И мою точку выразили. Вон там, знаешь где. Потом мы с тобой едем забирать его права. Но там нужно будет 20 минут, кстати, прав кажется, подождать вроде. К сожалению. И все. Я тачку заправлял. Типа прям вообще все. Ну нет. Причем я вшатался. Давай. Смотри, как я вшатался. А-а-а. Починишь? Бро, здорово. Въедь в меня, чтобы я вылетел отсюда.
Не, надо именно тачкой врезаться. Мне в лоб. Технические шоколадки, сейчас там это как бы... Нет, не в жопу, не в жопу, в лоб. Не в жопу, в лоб лучше, в бампер передний. Разгончик. Давайте, давай, 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 давай. Сильнее надо было. Ну я ехал 200. Отвалилась тут. Дверь, дверь отвори. Подожди, а сколько там КП в тачке? Так, как, да ладно. Все. Че? О, че? Тачку выбили? Нет. А где твоя ее? А вон. А Вика мою отремонтировала, да? А мою тачку выбили? Нет. Ну починили. А, нет, все, все, все. Получилось. А как? Подожди, она просто сейчас стояла. Давай поможем, я что? Я ей починил. Да? Да, я починил. А, на АФК. Ладно, короче, вот такая ситуация странная была. Все, поехали кормить оленей. Ай-яй-яй-яй, куда летим? Редрифтить, пыш-пыш-пыш. Обожаю барбеку. О, кстати, здесь местность. Вот олени, видишь? Да не-не-не, нужно олень, альт использовать, вот это вот все. Да, ну потому что здесь мы как раз тоже с Ваней раньше чинили. Ой, тушили. 15 оленей! А можно одного? Нет. Одного нельзя, нужно разом. Ну, походу. Так, троих уже. Четверых, нормально. Прогресс имеется, скажем так. Пять. Зима, так прикольно. Шесть. А, у меня ухо чешется. Семь. Восемь. Девять. Десять. А, тут их много. 11. 12 каких-то трех, которых я еще не кормил. Прикольно, и где они? Этого я кормил. Этого тоже кормил. А, вон, вон тут я, получается, вот этих не кормил еще. Надо было как-то это более... Да, более организованно это сделать. Ладно, вот олень еще, и мне последний остался. Да, могу предположить, что вот этот. Хрен там. Вот этот. Я здесь уже все в камере. Я тоже. А может кто-то спрятался, я не знаю. Админ пришел. Админ где? Я кормил этого оленя. Подожди, а как админ написать? Вот так, слэш n. Вот так, слэш n. В обычный чат не отвечай. Нежелательно. Ну, он тебя в нон-РП спросил, тут ты обязан тоже в нон-РП. А, да? Ну, иначе, не знаю. Лучше, лучше не рисковать. Это же не GTA онлайн, это... Блин, а какого оленя ты кормил? Вот оленя! И да, я сяду в тачку. У меня, кстати, нету этих ремок. У меня одна. Вот раз. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. А где ты еще? Я же 14 сделал. Где еще олень? Вот. А, ну это понятно. И вот еще один. А ты нет? Я не знаю, где еще один олень. А здесь вот что? Только не говори, что перезаходить. Кстати, что мы там по бонусу? По бонусу. 5 часов осталось отыграть. За сегодня 5 часов.
изи. 5 пайдеек. Я не, кстати, я понять не имею, где. Чел! Не тормози так. А, все. Вот. Нашел? Да, я нашел. Кого? Где я нашел оленя? О, у меня скоро уже, вот, уйди. Так этого я первого вообще. А. Ты себя нашел? Ну, а я нет. Каким образом, я не знаю. Вы этого кормили. Слушай, может, этого чела завалим? Не знаю, у него хп мало. О, вот, все, к Деду Морозу, оранжевая фигура, 3-3-3-3. Нормально, все, погнали в тачку, погнали отсюда. Ну, зато красиво, зато красиво. О, выровнял чел меня, нормально. Он что-то напишет? Нет, ничего не написал. Ага, не написал. Короче, мы так, ну-ка, вот так вот, опа, клац, мы подъехали, наконец, тупо бачку, да, с 10.5 раза, но мы подъехали. Так, Деда Мраз, здравствуйте. А, ну как вам мои олени? Все в порядке, все нормально, замечательно, что ты их кормил. А, не смею тебя оставлять без награды. 30 000 рублей. Так, еще раз, альтецкий. Я был в автошколе и сказали, что мне нужно подождать 20 минут, пока мои одеваются? У тебя тоже так написано? Ну, пока мои одеваются. А, оставь машину с подарками здесь. Че? Ну, понимаю. А, проверю, все ли подарки нашел. Ты гуляй где 20 минут и забери мои права в автошколе. Окей. Мега хорош. Так, короче, подъезжаем. Красиво, четко. По-молодому. Толян тут бачком раздает вообще на изях. Так, не будем сбивать афакашеров. Знаешь, что самое угарное? Вот все вот скины женские, да? Это все пацаны играют. Отправлять в автошколу все. До 100% никнейм это пацанский. Кстати, сменить пол вроде недорого стоит. Ой-ой-ой. Они все в шоке. Все, ну нам придется сейчас 20 минут просто стоять АФК. Инструктор. Альт. А, 16 минус 17. Пошли быстрее. На рыбалку? Ты серьезно? Ты чё вообще? Ну ладно. Я зато подписчикам покажу то, что у меня там 9 левел. Нормально, погнали. Да, 10 левел. А, под 3 с чем-то. От 3 до 4. А чё за фиолетовая фигура, не понял. Балос. Опа-на, подожди, у меня чё? Сейчас квест доступен на... У меня какой левел? Подожди. 15-й, братан. Чего? А, ребят. Все, в следующих видосах будем выполнять вот квест с наградами вот этого, с гитарой. А я думаю, чего у меня баллос появился на карте? Вон. Ждите продолжения. А что могу сказать? Все, подожди, дай я чекну, сколько там осталось по времени, мне кажется. Так, использовать 3 ремкомплекта. Собрать 30 семейных монет. Заправить любое авто. Я это уже сегодня столько раз сделал. Принять. Вы успешно взяли здание, используя 3 ремкомплекта. Так, окей, давай я сейчас... Ну а что, нам делать нечего. Мы просто выполняем вот эти вот заданки. Использовать. Я поеду заправлять тачку. Поехал заправлять тачку? А, давай. Ой, я тачку разбил, сорян. Ой, сам себе это говорю. Я не знаю, вот с другой стороны, вот сейчас мы выполним, это последнее вроде задание из квестов Деда Мороза, и если и на 8-м левеле нам дадут монету сторон, для того, чтобы можно было выполнить квестовую линию еще и за Снегурочку. И тут чисто логически, все, я выполнил задание, бесплатно, задание выполнено, отлично. А, пополнить сытость в закусочной. Выполнить. Окей. Ну вот сейчас задания какие-то плюс-минус легкие. Вот, я не вижу смысла на самом деле выполнять. Мне кажется, проще за 149 купить этот пас. 20 уровней. Зато скин получу новый. Во. Интересная тема. Так, закусочная. Закусочная, она где-то вот здесь рядом. Да.
Так что, ребят, в любом случае напишите в комментах, чё, как, когда, зачем. Ой, ну так я сам в ладошке уже. Подъехал чисто. Да. Салатик. На ЗОЖе, понимаете? А, да тут как бы. О, вот о, тут. Курица с картошкой. Имба. Мандарины! Мандарины. Чего? Они ничего не попадают. Опа! Опа! На, я получил рулетку старт. Yeah. Это на третьем уровне. Дальше 15, 15к, 50 железа. Дальше часть тачки. А я же, подожди, я не соберу, получается, тачку за 20 левелов. Реально не соберу. Так, ладно, окей, что там еще? Покупать, покупать. А там уровни не купишь, там придется все выполнять прям четко. Собрать 30 семейных ножей. Здесь уровни нельзя покупать? Ну, вроде как нет. Что-то вот на самом деле реально непонятно. Так, и я поеду заправлю опять машину. Я же у админа спрашивал. Да? Так, принять, заправить любое авто. Все, я поехал на заправ... Ты газ, вот газ нажмись, пожалуйста. Все, я поехал заправлять свою тачку. Опять. Опа-на, я подъезжаю аккуратненько бочком. Опа, стоям бус. О, здесь Пеннивайз. Ля какой. О, она бы раньше же убила тебя. Да-да-да-да-да-да-да. У меня не работает заправка. Прикольно. О, это ты что ли? Вот твоя тачка. Там, да, там. Ладно, тогда для того, чтобы они заработали эти заправки, нужно перезайти на сервер. Поэтому давайте я вернусь к инструктору и буду ждать окончания 20 минут. Там уже это не возьмешь. Так, все, пацаны, я оделся, у меня немного холодно стало чуть-чуть совсем. Уда. Так, здравствуй. Здравствуйте, у вас был Дедушка Мороз? Менял свои права, могу ли я их забрать? А, оплатить комиссию в размере 3000 рублей. Ничего себе. Ага, оплатить, все. Дед Морозу отмечена оранжевая карта. Все. Все четенько. И получается, мы закончили, да? Вроде закончили. Амир. Че? Мне хорошо. Покажись, покажись. Наверное, этого не будет видно, но ладно. Поехали. Я там это остановлюсь. Ребят, что вы понимали? Да. Мы записываем этот видос уже больше 3 часов. Ой, я Дед Мороз сбил. Больше 3. Мы с котельком будем поехать. Ё-моё, врезался. В кого? Ой, в этот... Хорош. Ой, ну спасибо тебе. Выручил. Держи от меня небольшой презент. Рулетку смарт. Бан. Хорошо. Бан. Рулетка. Да. Ну как там? Уже готовы мои права? Не терпится глянуть, какой я получился на фотке. Отдать. Ого, я уже старый бородатый. Да неужели? Спасибо тебе большое за помощь. Вот тебе подарочек от меня. Рождественский пакет, забери его в инвентаре. Че это? Че нам дали? Не понял. Пакет. А, слушай, его тоже можно улучшать как сумку. Так, Толь, если что, ты будешь покупать ключи на рулетке? Вы можете... Альт? GPS, Снегурочка. Пацаны. Тачки. Тачки. Причем одновременно. Понимаете прикол? В прошлой серии я горел на это все, а сейчас разобрался и сделал. Вот такие вот дела. Проходим барвиху вместе от начала и до конца. Полностью все квесты. Ты будешь покупать... ну, типа, открывать рулетки. Мне ключей нет. Ну тогда продай мне эти рулетки, я буду их открывать. Ладно. Тебе нужны ключи. Вот такие вот дела у нас получились. Вот такая вот серия. Реально, за один видос прошли все это. Ну как сказать, по факту это было растянуто немножко на 3 видоса. Ну да ладно, в принципе. Ну потому что мы в первом видосе начали, помнишь? Когда собирали пшеницу. Во втором видосе горел я. Тут мы все сделали. Поэтому... По-моему, первый квест самый сложный. Первый, возможно. Так, давай использовать. Так, подожди. Это вот так, а это использовать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пакеты, ё-моё. Нормально, слушай. А, вы надели рюкзак. Мишура в нем. Мишура, реально. Потом это для того, чтобы апгрейдить...
Морковка? Да. О, рил, да, да-да-да, вижу. И печенька. И печенька, барвиха и печеньки. Ребят, для того, чтобы апгрейдить эти сумки, нам нужны чертежи и куски ткани. Их ты получаешь, когда работаешь на заводе. На секундочку. И когда на заводе работаешь, тебе даются чертежи и ткань для улучшения этих сумок. И это все делается на чердаке. Поэтому вот на секундочку, это уже, наверное, в следующем видосе я сделаю. Надеюсь, вам это видео понравилось. Понравилось, любите лайк. Если не понравилось, дизлайк, напишите в комментариях, батащенко ли получилось, что происходит на экране. Мы это видео записывали 3 часа. Всем пока!